Добрый день. Жили мигрант. ВС-7. 65 тысяч километров. Замена рейки. Вот. Смотрим сюда. Не знаю, видно, не видно, против солнца. Вот так вот. Короче, прет жидкость с подсальника. Что сделали? Открутили шаровые, открутили сверху стойки стабилизаторов, открутили лыжу здесь, здесь, сняли переднюю подушку, задняя тоже подушка откручена, открутили рейку, открутили шланги, вот этот болт вот с этой стороны задрал, еле вышел. Ну а так, в принципе, как бы ничего сложного пока. Вот, вот новая рейка. Ну, условно новая, с машины с пробегом 7000. Как заявил продавец, ничего не течет, реально 7000 пробега. Ну, по фоткам там видно было, что машина свежая. Будем ставить ее. Ну, а старую будем ремонтировать потом. Ну, пока все. Сейчас будем сдергивать подрамник. Потом отпишусь. Вот. Подрамник уже опущен. Женек крутит шланги. И, в принципе, все. И все это дело будем опускать. Народ, смотрите, вот сняли полностью. Рейку можно было не откручивать, мы ее открутили с подрамником. На подрамнике, когда настало, да, можно на земле откручивать. Единственное, когда будете снимать вот это низкого давления, которое трубка, ее надо рассупонить, она проходит под стабилизатором, чтобы не оторвать ее. Вот. Ну так пока вроде все. Сейчас будем накидывать новую. Ну вот, шуфрики. Вау, пиздец, блядь. Вода из одного пыльника, вода из другого пыльника, блядь. Короче. Металлолом. Ну так, народ, рейка поменяна. Вот. Смотрите. Из-за нашей рукожопости вылез небольшой косяк. Видите, подушка горит. Видите, сигнал не работает. Фиксируйте руль, когда снимаете все это барахло. Фиксируйте руль в центральном положении. Вот, потому что улитка проворачивается. Вот, и сдергивает шлейф. Ну, дальше буду разбирать, чинить шлейф. Видео выложу. Все, всем пока, подписывайтесь на канал.